Привет-привет! Сегодня у нас пятница, и мы сегодня будем разыгрывать очередную стимовскую игру, которую самый удачливый человек в следующий четверг и получит. Эта игра называется Heroes Age. Отзывы в основном положительные и очень положительные, то есть игра действительно достойная. Ролевая игра Рогалик Инди Экшн Слэшер. Я читал в описании, что она чем-то похожа на Diablo, то есть картинку вы сейчас можете видеть. Здесь есть боссы, то есть есть здесь изометрический вид и все такое. Ну и, соответственно, всякие скиллы, битвы и так далее. То есть очередная прикольная, красивая, сочная, вот скиллы показывают как раз, игра. Что нужно сделать? Необходимо пройти будет по ссылке, которая будет ниже, в ВК, вступить в группу Цистерна Цефал, которая посвящена каналу на Ютубе, этому каналу на Ютубе, поставить лайк под записью и поделиться этой записью. И после этого необходимо дождаться следующего четверга и узнать, выиграли ли вы или нет. На самом деле сейчас шансы очень высокие, людей участвует не так много пока в розыгрышах, и у вас есть все шансы получить замечательную игру бесплатно в Steam. Какие есть ограничения? Игру я могу передать, ну это ограничения стимовские в основном, то есть игру я могу передать на аккаунты, которые находятся в странах бывшего Советского Союза, Казахстан, там, Беларусь и так далее, Украина. Это раз. Второе, если у вас такая игра уже есть, то я не смогу вам ее просто физически передать, и я не буду передавать другую какую-то игру взамен. Просто следите внимательно. Если вы завели только что аккаунт в Steam, я и вам тоже игру не смогу передать. Это опять же физическое ограничение Steam, для того, чтобы не платили мультиаккаунты. Сделано для того, чтобы не было аккаунтов, на которых фармятся игры и потом передаются на основные аккаунты. То есть, если у вас есть аккаунт в Steam, вы должны будете на нем, по-моему, $5 закинуть, чтобы иметь возможность эти, как бы, получать какие-то призы. Ну, собственно, и все. Все условия я озвучил. Заходите в группу ВК, вступайте, ставьте лайк, делитесь записью и участвуйте в очередном розыгрыше игры, на этот раз названием Heroes Age. Всем удачи, всем пока.